В России вступились за оставшегося без визы разоблачителя допинга. Председатель Союза журналистов России, СЖР, Владимир Соловьев уверен, что немецкий журналист Хайо Зигфельд, которому ранее было отказано в получении российской визы, должен посетить чемпионат мира по футболу 2018. Об этом сообщает R-Sport. Зигфельду непременно надо дать российскую визу, он должен посетить наш чемпионат мира. Только обязательно надо приставить к нему охрану, чтобы случайно не побили ценители его, журналистского таланта, отметил Соловьев. По мнению председателя СЖР, немец является пропагандистом, а не журналистом. 11 мая телекомпания ARD, на которой работает Зигфельд, объявила о том, что журналисту отказано в получении визы для въезда в Россию, что не позволит ему посетить матчи чемпионата мира, который пройдет летом 2018 года. Немецкая сторона охарактеризовала произошедшее как нарушение свободы прессы. 13 апреля немец заявил о грядущих санкциях для российских атлетов. По словам Зигфельда, речь идет о 9000 положительных допинг-пробах у 4500 спортсменов. Зигфельд известен как разоблачитель махинаций с допингом в спорте. С 2014 по 2016 на ARD выходили его фильмы «Расследование о нарушениях антидопинговых правил в России». Новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок к объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.